Что это вообще за учение? В ночь перед референдумом? Да. Ну что за вопрос? Вдруг это случится? Что происходит? Не трогайте мою камеру. А можно выйти-то? Нет, а что? Не фотографируйте. Вам сказано не фотографировать. А что происходит-то? Все нормально. Вы кто? Вам сказано не фотографировать, чего делать. А вы-то кто? Вы, я вижу, наблюдатель, я так предлагаю. Если вам говорят люди за оружием, чтобы не фотографировать... А вы наблюдатель, да? Ну, я журналист, у меня другая работа. Я понимаю, что у вас я работа... Я понимаю, но я с вами иду в лифте, и, пожалуйста... Ну, ничего, мне за вас не, мне вас не жалко, как бы. Если у вас заодно уют, я не расстроюсь. Вы знаете, нужно... Блин, что будем делать? Там тоже люди... Да-да-да, там тоже. Там не надо...